8 метров до ворот. Роналдо разбегается, выполняет удар. Рикошет, гол! На 23-й минуте Реал выходит вперед. Криштиану Роналду. 1-0. Стенка рассыпалась, похоже, сейчас. Поскольку удар-то был как раз в стенку. Но посмотрим на повторе, что же там произошло. Шестой мяч Криштиану Роналду в этом чемпионате. Итак. А, так это еще и гол ли Роналду в общем вопрос, поскольку мяч попал в Варана. Смотрим еще раз. Вот там затем... да, Габи, конечно, действует не лучше. Но это гол Варана на самом деле. Поскольку именно в Варана мяч угодил и влетел в сетку ворот. В любом случае 1-0 в пользу Реала. Несколько лет...